Как я понимаю, это целое семейство боеприпасов, которые используют схожий принцип применения. Да. Значит, это для пехоты. Этот маленький солдат может носить несколько их. Несколько их можно подключить к одному компьютеру и это управлять и сделать то, что солдат хотел бы сделать. Значит, это второе изделие, она посерьезнее, тоже может солдат ее нести. Значит, это самая главная цель, это противотанковый. Это 25 минут. Значит, находит цель, термовизийная камера, GPS, камера, лайф-камера тоже управляется. Находит цель оператор, захватываем по оптическому каналу и захватываем цель, нажимая на планшете лок. Или можно лазером управляемый, значит, обозначить точку лазером. Получается, он около...